Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке». В студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии цветок сансевьерия. Наталья Викторовна, откуда родом это растение? Сегодняшнюю передачу мы решили посвятить нашим любителям комнатных цветов, потому что сансевьерия – цветок действительно необычный. И я просто его хочу немножечко расхвалить, чтобы пропагандировать и чтобы как можно больше людей этот цветок выращивали. И расскажу, чем же он так хорош. Но согласитесь, сансевьерия – что-то у этого цветка есть общего со словом «синьора», с итальянским словом. Действительно, в этом названии есть корни итальянские. Хотя сансевьерия родом из Африки, из сухих, засушливых районов тропических, где она растет круглый год под жарким солнцем, в засушливых условиях. Ну, настоящий суккулент. И сансевьерия, существует такое поверье, что она очищает атмосферу в доме и помогает бороться вот с этими всякими химическими выделениями ламината, паркета, мебели новой, и очень хорошо очищает атмосферу в доме. И, конечно, сансевьерия – красивое слово. Сансевьера, сансевьерия, но у нас более простой подход к этому цветку. У нас название такое народное. Называют еще у нас этот цветок тещин язык или щучий хвост. Наверное, какие-то ассоциации с тещиным языком все-таки есть. Поэтому многие его так и называют. Или щучий хвост, или тещин язык. Наталья Викторовна, какие виды сансевьерии существуют? Видов сансевьерии существует очень много, более 60. И все они друг от друга отличаются. Или высотой листьев, формой листьев, окраской, расцветкой. Некоторые виды цветущие, одни, другие не цветущие. И различные оттенки от зеленого до желтого, до фиолетового, синего. То есть есть листья такие изогнутые, листья крученые. Поэтому разнообразие очень большое. Но что говорить, если у нас в редакции 4 вида сансевьерии присутствуют. Ну вот они все присутствуют сегодня в нашей студии. Здесь мы их представляем. Что это за виды? Может быть, они, конечно, у нас не в таком, знаете, в замечательном виде существуют, но они у нас есть. И из этих 4 видов начну разговор с самого, наверное, привлекательного вида. Сансевьерия трехполосная, потому что название у нее от того, что у нее есть полосы. По краям листа идут полосы желтые, темно-зеленые. Очень красивый вид, согласитесь. А какие листья жесткие? Жесткие, плотные. Они стоят такие полувертикальные. И еще помимо вертикальных полос, у нее есть горизонтальные полосы. Вот этот вид очень устойчивый, может практически существовать очень долго без полива, без воды. Но если вы поставите этот цветок на окно, где мало света, ну, я имею в виду на северную сторону, то окраска будет немножечко меняться. Она будет становиться такая чисто зеленая. Вот эти полосы, они начнут тускнеть и исчезать. А так будет прекрасно расти даже на северном окне, но окраска исчезнет. И этот вид тоже цветущий, но цветет в самое такое жаркое лето, когда очень высокая температура. Ведь они же в природных условиях живут при очень высокой температуре. Поэтому цветение у нее наступает не так часто и только когда лето очень и очень жаркое. Вот такая она сансевьера трехполосная. Вот этот экземпляр сансевьерии очень экзотический, согласитесь. Даже с виду и не скажешь, что это суккулент, что это сансевьера. Даже напоминает немножечко лук. Если издалека посмотреть на это растение, такое впечатление, что я принесла вам сюда на передачу лук. На самом деле это такая сансевьера, называется цилиндрическая. Действительно, у нее листья цилиндрической формы с небольшим желобком. Она темно-зеленого цвета. Вот этой сансевьере безразлично, где расти, на южном окне, на северном, она будет вот в таком же виде нормально развиваться, где бы она ни находилась. Тоже небольшие есть у нее поперечные полосы, но их трудно заметить, потому что сами листья очень темно-зеленые, темного цвета.
Согласитесь, такой цветок придаст любому интерьеру такую изюминку, если такое растение будет стоять у вас на окне. Кроме цилиндрической сансевьерии, у нас еще есть сансевьерия ханти. Ну, этот вид розеточный. Она растет небольшая. Она более тоненькая. Для любителей вот, узких подоконников. У кого такие небольшие подоконники в квартирах, то вот эта сансевьерия как раз там прекрасно может ужиться. У нее листья наполовину горизонтальные, не такие плотные, кожистые, как у других видов сансевьеры. Ну, для любителя. То есть, если вот так собрать вот такой уголок из разных видов сансевьер, то получится действительно замечательная картина, замечательный зеленый уголок в квартире. И сансевьерия называется, вот четвертая сансевьерия называется гиацинтовая. Но название она свое получила от того, что ее цветы и по аромату и по форме соцветия немножко напоминает гиацинт. Ну, действительно, немножко. Не скажешь, что это соцветие гиацинта. У гиацинта, конечно, соцветие очень плотное, красивое. Здесь небольшие такие рыхлые соцветия, но аромат напоминает немножко гиацинт. Очень нежный, чуть заметный, но аромат есть. И такие цветы, видите, однообразные, они светло-зеленого цвета. И вот я хотела этот экземпляр всем продемонстрировать, что наша гиацинтовая сансевьерия цветет. Посмотрите, какие у нее длинные листья. Тут уж действительно тещин язык, наверное. Плотные, кожистые. И на них есть горизонтальные такие белые полосы. Вся она такая пятнистая и длинные, суженные кверху листья. Вырастает она очень высокая, достаточно высокая, где-то метр-полтора метра. Вот такие у нас виды сансевьерии существуют, а вообще их более 60. Наталья Викторовна, ну не так уж требовательная сансевьерия в уходе, но тем не менее есть свои тонкости. Как правильно ухаживать за этим цветком? В сансевьерии заключена огромная жизненная сила. Настолько цветок неприхотлив, предъявляет такие минимальные требования по уходу, что по сравнению с другими цветами, конечно, это такой плюс для него. Если другие цветы требуют определенной температуры, влажности воздуха, подкормок, то здесь ничего этого сансевьерия не требует. Прекрасно растет на южных окнах, западных, восточных, даже на северных окнах. То есть, куда бы вы ни поставили горшок с этим цветком, приспособится и будет прекрасно себя чувствовать. Температура 25-30 градусов. Для нее все нипочем. Многие цветы ведь очень чувствуют, реагируют на летнюю жару. То сансевьера, она просто счастлива, когда такая жара, потому что это ей напоминает, наверное, ее тропики африканские. Единственное, что когда зимой опускается температура за окном, то для сансевьеры это не очень хорошо. Она все-таки теплолюбива, поэтому старайтесь зимой немножечко утеплять подоконники, чтобы горшок с цветком не остывал, не остывали корни сансевьеры. И чтобы вот эти ее листья не прислонялись к холодному стеклу. Потому что когда температура где-то 15-14 градусов, уже ей некомфортно. А при 8 градусах она начинает просто вот, ну, скажем так, отмирает этот цветок. Ну, я думаю, что у нас в квартирах 8 градусов. Вряд ли в каких квартирах такая температура будет. Поэтому, конечно, что низкая температура для нее губительна. А так, жаркую температуру переносит прекрасно. Что касается полива, тоже нетребовательно. Очень долгое время может обходиться без полива. Но согласитесь, для наших любителей комнатных цветов это очень большой плюс. Потому что некоторые забывают поливать. Или, допустим, уезжают в командировку, уезжают на дачу. А сансевьера, она не будет страдать от отсутствия полива, потому что ее корни, листья накапливают влагу и очень долго могут без полива обходиться. Ну, как долго? Допустим, летом прекрасно, неделю, 10 дней можно этот цветок не поливать. Когда зимой, зима, холодно, там еще реже может полив осуществляться. И прекрасно обходится без полива. Не любит, когда опрыскивают. Ну, согласитесь, какой цветок не любит? Ведь мы же стараемся создать влажность воздуха. Сансевьере это не нужно. Единственное, вы можете взять время от времени или губку влажную, или тряпочку, просто протирать листья, чтобы не накапливалась на них пыль.
И когда поливаете сансевьеру, старайтесь, чтобы вода не попадала в розетку, в саму розетку листьев, чтобы не было загнивания. Не нужно ее носить в ванну, устраивать ей вот душ, поливать ее. Этого ничего не нужно. Дальше насчет подкормок. Тоже никаких претензий практически подкормкам не предъявляют. Если вы пересаживаете цветок там, раз в год, в два года, то можно вообще обойтись без подкормок. Но если уж так хочется, можете купить удобрение для суккулентов и раз в 2-3 месяца подкормить свою сансевьерию. Но не перекармливайте, иначе перекормки влияют отрицательно. Она начнет утрачивать вот эту свою красивую окраску, начнет тускнеть. Так что, как видите, претензий по уходу минимум. Норм. Никаких практически. Очень легко обходится и очень хорошо приспособлено к таким, скажем, аскетическим условиям. Наталья Викторовна, можно ли в домашних условиях размножить этот цветок? И размножается легко. Никаких проблем. Легко размножается делением корневищ и черенкованием листа. Если вы видите, что у вас уже сансевьера крупный экземпляр, нужно ее рассадить, разделить. Пожалуйста, подготовьте новую почву, приготовьте горшок. Горшок для сансевьеры лучше выбрать не так невысокий, но более широкий, потому что там растут корневища. Поэтому сделайте дренаж, подготовьте почву. К почве тоже претензий практически никаких, будет расти в любой почве. Хорошо переносит жесткую воду для полива. Представьте, многие цветы этого не переносят. Сансевьера это все любит. Поэтому самая простая обычная почва, торф с песком или с дерновой почвой перемешали, дренаж обязательно, землю насыпали и вытаскиваете цветок из старого горшка, вытащили. Берете острый-острый нож, потому что корневища плотные. И чтобы не кромсать, не мучить цветок, нужно взять острый нож и разделить его на деленки. Вытащили, немножечко тряхнули землю от корней и разделили на несколько частей, на несколько деленок. Каждую деленочку посадили в отдельный горшок. А если вам не нужно рассаживать цветок, вот как наши трехполосные, допустим, вы хотите отсадить вот небольшое, да, одно деление сделать. Вы можете прямо в горшке взять нож и разделить, отрезать вот эту деленочку от корня. Вытащить ее аккуратно, посадить в другой горшок. Здесь присыпать разрез или активированным углем, или древесным углем. Подсыпать земли, и она будет дальше прекрасно себя чувствовать. А новую деленочку вы отсадите в другой горшок. Можно листьями укоренять. Вот отрезаете лист прямо у основания, вот от этого корневища. Разрезали дальше его на части, чтобы каждая часть была 10-15 сантиметров. Пусть они немножечко полежат, подвянут. Где-то час-два. И в горшок с почвой берете вот эти кусочки листочков и по кругу сажаете. И через 15-20 дней ваша сансевьерия укореняется. То есть, как видите, очень легко размножается, очень просто и быстро. Наталья Викторовна, мы уже поняли, что этот цветок не требователен в уходе. Его очень легко размножить. А вот любят ли его вредители? И вообще, каким болезням подвержена сансевьерия? Практически никаким. Еще один плюс сансевьерии, что она ни по зубам, ни вредителям, ни болезням. Но скажите, какой вредитель сможет питаться вот на таком плотном листе? Да его практически ни одному, ни клещу, ни трипсу, ни тле, это не по зубам. Особенно если у вас растения ухоженные, то есть вы за ним минимум ухода все-таки совершаете, поливаете его время от времени, он у вас в нормальном состоянии находится, растет, развивается, тогда практически они ничем не болеют. Единственное, если вы переливаете свою сансевьеру, тогда может быть загнивание корней, тогда она может погибнуть. Заливаете часто, значит сансевьера будет болеть. Иногда появляются пятнышки на листьях, что говорит о том, что влажность высокая, а ведь она не любит влажность высокую. Она же из тропиков, где сухой воздух. Или пятнышки еще появляются от того, что мало света. А так практически ни болезнями, ни вредителями сансевьера не поражается и не болеет. Так что хочу сказать, сансевьерия – это просто находка для людей, которые мечтают заниматься комнатными цветами, но у них на это нет времени, они переживают, что не справятся. Здесь ухода минимум и возможности
знаний тоже минимум. Поэтому из сансевьеры можно составить замечательный зеленый уголок себя в квартире, при том, что будет минимальный уход. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего хорошего. До свидания. We'll be right back.